Кто-то из писателей сказал, что женщина наполовину ангел, наполовину зверь. Работу уфимца Айрата Терегулова эти слова подтверждают. Из-под маски грациозной кошки проглядывают грустные глаза одинокой женщины, а в неуклюжей корове скрывается кенийская бегунья. А мы сегодня представляем очень необычного для Самары автора, но его уже знает практически весь мир. Художник в себе сочетает великолепного графика, причем это и крупная графика, это мелкая графика, это экслибрис, это живопись. И живопись тоже очень разная. То есть это совершенно потрясающий автор, и сегодня мы показываем его небольшую часть. Вторая часть экспозиции, посвященная женской красоте, открывает совершенно другого Терегулова. Как и положено, красавицы на картинах Айрата полны тайны. Каждая картина требует времени на осмысление, говорит Татьяна Саркисян. Понять сакральный смысл холстов Айрата можно, лишь найдя с его картинами общий язык. Сам художник признает, что работа над живописными полотнами его раскрепощает. Здесь больше эмоций, здесь больше импровизации. Все равно печатный график ты делаешь же форму, вырезаешь форму. Это все руками. И ты, прежде чем сделать штрих, как ты думаешь, а здесь больше эмоций, краска потекла сюда, и вроде как сюжет изменился. Здесь подтер, больше импровизации, здесь как джаз, что ли. Остается добавить, что персональная выставка Айрата Терегулова в арт-холле будет работать до конца июня. За это время все знатоки современного искусства смогут по достоинству оценить его работы.